Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на нашем канале «Живая мастерская вершина». Хочу представить вам нашу новую модель узбекского пчака. Вот. По мотивам, точнее, узбекского пчака это все-таки реплика. Вот. А дола нет пока что, но мы будем с этим думать. Данную модель разрабатывал Алексей Коновалов с нашим небольшим участием. Авторская микарта, созданная непосредственно именно под данную тематику. Вот. Сделали два вида насечки. Такая вот по обуху. Она не острая. Вот. И такая вот насечка. Скругленные края, чтобы не зарезался. Здесь тупье тоже скруглено. То есть данный нож не является ХО. Вот. Как мы видим, у него и прогиб больше 5 мм, и угол атаки у него больше 70 градусов. А толщина клинка 3 мм. Нож получился очень удобный. Это такая полевая а-ля кухня. Вот. Под палец своего инка, как мы видим. Так и сделаны полукругом. Вот, учтены нюансы. Возможно, модель будет еще перерабатываться. Но и в данном виде он очень-очень брутально и классно выглядит. Вот, то есть ему такой придают вид агрессивный данной насечки. И с другой стороны белый цвет. Цвет такой более, скажем так, строгий. Вот. Ну что ж, друзья, данный нож будет представлен на выставке «Клинок» со 2 по 5 вот, ноября. Всех ждем. Ножи пока будем делать на склад, то есть именно на выставку. В продаже их пока не будет. Вот. Все, всем спасибо, всем пока.